сороковники у Бога, а вы Божья мила, Божье остановление. Я поклонение Богу благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на его основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. И по ним покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как без огня. Разве не смотрите, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, то покарает его. По храму же себя, а этот храм вы. Thank you.
Amen.
Thank you.